Штрафы растут, порядка становится больше. 90 миллионов рублей выписали административные комиссии в этом году. Больше всего нарушений зафиксировали в сфере благоустройства и уличной торговли. На общегородском совещании в мэрии поднимают вопрос собираемости денежных наказаний. Нарушители уже выплатили 65 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом это вдвое больше. Эти деньги идут напрямую в городскую казну. В районах также отмечается рост выписанных и оплаченных штрафов. У нас очень эффективно работала административная комиссия, и те, которые по составленному протоколу наложенному штрафу, об этом говорит. То есть у нас в этом году уже почти 25 миллионов штрафов наложено, из них 15, соответственно, больше 60% по этому году. В отдельных районах количество протоколов уменьшилось. Но произошло это не от того, что нарушений стало меньше, считают в городской администрации, а потому, что искать их нужно еще более внимательно. К концу года ситуацию подправить, выровнять. Здесь еще много что нужно в порядок приводить в районах и в городе. Поэтому давление снижать не нужно. Давайте продолжать работать в этом направлении. Кроме поиска нарушителей и взыскания с них штрафов, важно следить за решением проблем, отмечает глава города. Главная цель не столько наполнение бюджета за счет штрафов, сколько восстановленный порядок на самарских улицах. Марина Матвеевна, Василий Колдашов, «События».